السلام عليكم لارم يا فجري أسر سورت كويسين شون كنت يعوين قشو واخي كنت بسلان سيوة تيوزانا بسلان работает в службе безопасности по охране высшего руководства Германии. Эрбор за всю историю этой службы первый представитель, в общем, не германской нации. Радует, что его оценили по достоинству и доверили безопасность первых лиц Германии, а именно канцлера Германии Ангела Меркель и президента Германии. Беслан свой личностный лучшие качества чеченца проявите на порядочность, уважительность, смелость, стремление идти к цели наперекор судьбе.